27 января 2024 года исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Блокада города Ленинграда, ныне Санкт-Петербург, во время Великой Отечественной войны проводилась немецкими войсками с целью сломить сопротивление защитников города и овладеть им. Наступление немецко-фашистских войск непосредственно на Ленинград началось 10 июля 1941 года. В августе тяжелые бои шли уже на подступах к городу. 30 августа немецкие войска перерезали железные дороги, связывавшие Ленинград со страной. Кольцо блокады сомкнулось вокруг Ленинграда 8 сентября 1941 года, на 79-й день Великой Отечественной войны. Гитлеровские планы не оставляли Ленинграду никакого будущего. Германское руководство и лично Гитлер высказывали намерение сравнять город с землей. Такие же заявления звучали от руководства Финляндии, союзника Германии в военных действиях по блокаде Ленинграда. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Началась почти 900-дневная блокада города, сообщение с которым поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Немецко-фашистское руководство планировало ударом группы армий «Север» из Восточной Пруссии в северо-восточном направлении и двух финских из юго-восточной части Финляндии в южном и юго-восточном направлениях уничтожить находившиеся в Прибалтике советские войска, овладеть портами на Балтийском море, включая Ленинград и Кронштадт, приобрести наиболее удобные морские и сухопутные коммуникации для снабжения своих войск и выгодный исходный район для удара в тыл войскам Красной армии, прикрывавшим Москву. Противостояние, затянувшееся больше чем на 2,5 года, унесло сотни тысяч жителей. Блокадники и войска, которые не пускали германские войска в город, понимали, для чего все это. Ведь Ленинград открывал дорогу к Мурманску и Архангельску, где разгружались корабли союзников СССР. Всем также было понятно, что сдавшись, Ленинград подписал бы себе приговор. Этого прекрасного города просто не было бы. Через Ладожское озеро проходила единственная военно-стратегическая транспортная магистраль, связывавшая в сентябре 1941 года по март 1943 года блокадный Ленинград со страной. Она была названа ленинградцами «дорогой жизни». В навигационные периоды перевозки по дороге жизни производились по водной трассе на кораблях Ладожской военной флотилии и судах северо-западного речного пароходства в ледостав по ледовой дороге на автотранспорте. Немецкие войска предпринимали многочисленные попытки овладеть городом, но не смогли прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца. Тогда фашисты решили взять город измором. По всем расчетам германского командования, Ленинград должен был стерт с лица земли, а население города умереть от голода и холода. Стремясь осуществить этот план, противник вел варварские бомбардировки и артиллерийские обстрелы Ленинграда. Всего за период блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. Во время обстрелов и бомбежек было разрушено множество зданий Ленинграда. В городе создались крайне тяжелые условия для жителей и оборонявших его войск. В блокированном городе с пригородами
хотя эвакуация и продолжалась, оставалось 2 миллиона 887 тысяч жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасы продовольствия были крайне ограничены. С начала введения карточной системы с 18 июля 1941 года нормы выдачи продовольствия населению города неоднократно сокращались. В ноябре-декабре 1941 года рабочий мог получить лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики – всего 125 грамм. Хлеб был сырой, содержал до 40% примесей. С осени 1941 года в Ленинграде начался голод. Суррогатный хлеб был почти единственным продуктом питания большинства блокадников. Другое продовольствие – мясо, жиры, сахар – выдавалось в крайне ограниченном количестве с перебоями. Во второй половине ноября 1941 года была проложена автомобильная дорога по льду Ладожского озера. По ней подвозились боеприпасы, вооружение, продовольствие, медикаменты, топливо. А из Ленинграда эвакуировались больные, раненые, нетрудоспособные. С сентября 1941 года по март 1943 года по ней перевезено в Ленинград более 1 миллиона 600 тонн грузов. Эвакуировано около 1 миллиона 400 человек. Работа трассы не прекращалась, несмотря на бомбежки, обстрелы, плохую погоду. С началом работы Ладожской трассы хлебный паек стал постепенно увеличиваться. С 25 декабря 1941 года 200-350 грамм. Нарушение устойчивого сообщения со страной, прекращение регулярного подвоза топлива, сырья и продовольствия катастрофически отразились на жизни города. Иссякли запасы топлива. В жилые дома прекратилась подача электроэнергии. Остановились трамваи и троллейбусы. В январе 1942 года из-за сильных морозов вышли из строя центральное отопление, водопроводная и канализационные сети. Перестали работать коммунальные предприятия. Жители ходили за водой на Неву, Фонтанку, на другие речки и каналы. В жилых домах были установлены временные печки. Был организован разбор деревянных зданий на топливо. Острый недостаток питания, рано наступившие холода, изнурительные пешие переходы на работу и домой, постоянное нервное напряжение подрывали здоровье людей. Смертность росла с каждой неделей. Наиболее ослабленные люди направлялись в больницы, создавались стационары для больных, дистрофией. Детей помещали в детские дома и ясли. Ленинградцы самоотверженно преодолевали последствия блокадной зимы. В конце марта, начале апреля 1942 года они выполнили огромную работу по санитарной очистке города. Весной 1942 года началась навигация на Ладожском озере. Водные перевозки стали основным средством преодоления последствий блокадной зимы и возрождения городского хозяйства. Летом 1942 года по дну Ладожского озера был проложен трубопровод для снабжения Ленинграда горючим, осенью – энергетический кабель. В декабре 1942 года началось подключение к электросети жилых домов. Борьба за Ленинград носила ожесточенный характер. Был разработан план, предусматривавший мероприятия по укреплению обороны Ленинграда, в том числе противовоздушной и противоартиллерийской. На территории города было сооружено свыше 4100 дотов и дзотов. В зданиях оборудовано 22 тысячи огневых точек. На улицах установлено свыше 35 километров баррикад и противотанковых препятствий. 300 тысяч ленинградцев участвовало в отрядах местной противовоздушной обороны города. Днем и ночью они несли свою вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах.
тяжелых условиях блокады трудящиеся города давали фронту вооружение, снаряжение, обмундирование, боеприпасы. Из населения города было сформировано 10 дивизий народного ополчения, 7 из которых стали кадровыми. В 1941-1944 годах в городе изготовили и отремонтировали 2000 танков, 1500 самолетов, 4650 морских и полевых орудий, 850 боевых кораблей и судов различных классов. Произвели 225 тысяч автоматов, 12 тысяч минометов, 7,5 миллионов снарядов и мин. Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года. Южнее Ладожского озера образовался коридор шириной 8-11 километров, восстановивший сухопутную связь Ленинграда со страной. Через него в течение 17 дней были проложены железная дорога и автомобильная трасса. Установление сухопутных коммуникаций облегчило положение населения и войск в Ленинграде. Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско-Новгородской операции, проведенной советскими войсками 14 января по 1 марта 1944 года. Прекратились артиллерийские обстрелы города, от которых погибли около 17 тысяч человек и около 34 тысяч были ранены. Планы врага уничтожить Ленинград вынудить оборонявшихся советские войска к капитуляции потерпели провал. 27 января 1944 года стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады. В этот день в Ленинграде прогремел праздничный салют из 24 артиллерийских залпов и из 324 орудий. Это был единственный за все годы Великой Отечественной войны салют первой степени, проведенный не в Москве. Это единственное исключение в ходе Великой войны. Прочие салюты производились только в Москве. Вечная слава и память героям Великой Отечественной войны.